встаньте прямо, выдохните, расправьте плечи, голову чуть-чуть повыше и начинаем гимнастические упражнения. Но как их начать, когда так ноют сосуды, когда болят суставы, когда лишний вес и ноль физической подготовки? Мы расскажем вам с нашим тренажером Дулинова. Это специальное предложение только сегодняшнего дня. Обратите внимание, что 3 июня, когда у нас появился тренажер, был шквал звонков. А между прочим, в России уже продано 3 миллиона таких уникальных тренажеров. Но уникальность нашего прямого эфира заключается в том, что разработчик, уникальный автор этой методики сегодня Николай Долинов в нашем прямом эфире телеканала Шоп-н-Шоу. И только один день это уникальное предложение по цене 2999 рублей. Итак, внимание, Николай, расскажите, пожалуйста, почему и как вы придумали такой уникальный тренажер? Здравствуйте, дорогие друзья! Почему я придумал такой тренажер? Потому что весил 90 с лишним килограммов. И когда друзья прикалывались, говорили, что ты ждешь мальчика, девочку или автобус, вот, я решил бросить вес, пробовал бегать, качать пресс, сделал даже на диетах. После диеты я обычно еще больше становился. В общем, ничего мне не помогало. Сам я изобретатель, поэтому решил подойти с наукой и изобрел свой тренажер. Назвал его тренажер Долинова, скромно. И мне он помог похудеть на 20 килограммов за 2 месяца. Представляете, за 2 месяца 20 килограммов. Многим моим знакомым помог похудеть. Сосед у меня весил 120 килограммов, тоже пару-тройку месяцев позанимался, стал 90 весить. То есть, смотрите, мы получаем с вами 7 минут в день минус 10 килограмм. И, внимание, что мы получаем? Легко. Ощущение, что вы пробежали целый час. И это российская компания, которую основал создатель тренажера Николай Долинов. Вы получаете сам тренажер, инструкцию по пользованию и как прикрепить этот тренажер к вашей стене, двери. Это очень легко, забегая вперед, скажу. И главное, вы получаете еще и набор упражнений. Вы получаете книгу «Автор Николай Долинов. Это правильная диета и как сформировать правильные привычки питания». Вы получаете 3 года гарантии, как похудеть легко. Вы получаете мотивационный календарь, где будете отмечать свои тренировки и успехи. И вы получаете подарок от телеканала Шоп-н-Шоу, еще и клетчатку, целую вот такую упаковку, которая позволит вам быстро ощутить легкость в вашем организме. Все это за 2999 рублей. Звоните сейчас, потому что специальное предложение дня – это лучший способ познакомиться с телеканалом Шоп-н-Шоу поближе. Итак, как похудеть, если двигаться невозможно. Смотрите, лишний килограмм – это потеря года жизни. Поэтому если у вас есть 10 лишних килограммов, это считает, что вы на 10 лет меньше проживете. Если 20 килограммов, то проживете на 20 лет меньше. То есть надо скинуть 20 килограммов, и будете на 20 лет дольше жить, более здоровой, полноценной жизнью. Все очень просто, нужно заниматься несколько минут в день. Для начала тренировки надо заниматься буквально первые дни 2 минуты, потому что кажется, что это легко, на самом деле нагрузка здесь большая на все тело. Поэтому первые 2-3 дня занимайтесь 2 минуточки, потом по минутке прибавляйте, минут до 7 дойдете, будет замечательно. Тут, смотрите, все мышцы работают у вас по очереди, то есть ноги у нас все время на весу, их нельзя класть. Поэтому вот 7 минут, представьте, у ноги взяли, подняли, они у нас весят половину нашего тела. Нашего тела, конечно. И это нагрузка, как будто бы вы взяли штангу, скажем, 40-килограммовую, и 7 минут ее поднимаете. Вот здесь нагрузка такая же, огромная нагрузка, но она распределенная на все тело, поэтому калорий сжигается, масса. Но это легко, это приятно, вы делаете это с радостью. Ну, еще желательно улыбаться, когда вы тренируетесь, потому что в следующий раз вам будет приятнее уже, у вас формируется правильная привычка, чтобы, с утра взяли, позанимались 2 минуточки. Да, то есть, смотрите, вот сделаем с позитивом, да, а уникальность тренировки... Не то, что вы мучаете тяжело, да, что все тело у нас сами... классно. Только, внимание, понятно, все мышцы работают, смотрите, и спина, и плечевые, и руки, да, и ягодицы, и ноги, работают, пресс и икры. Работает, грудь. Но, подождите, внимание, как я закреплю? У меня, например, муж сейчас уехал в командировку, я забираю с собой тренажер. Все очень просто, на дверную ручку просто повесили и занимаемся лежа. Сверху на дверь закинули, дверь прикрыли. На косяк, да. Да, то есть, между косяком и дверью поджалась, и занимаемся уже стоя, вот делаем упражнение стоя. А сколько вы держите здесь веса вообще всего? Человек может 200-килограммовый заниматься и выдерживать любой вес. Тут альпинистские тяги, которые вообще сделаны с огромным запасом, сами они на разрыв там даже машину выдерживают. То есть здесь все очень надежно. Благодаря вот этим блокам, блокам натяжения, которые передают нагрузку от рук на ноги, вы сами можете эту нагрузку дозировать во время всей тренировки. То есть все это очень легко. Да, это легко и просто. А самое главное, всего лишь 7 минут в день. Не нужно стоять в зале, не нужно ходить в спортзал. Многие женщины не могут выйти из спортзала. Так вот, сегодня вы сможете дома заниматься просто 7 минут в день. Можно даже делать это лежа. Самое главное, начать. Начните с себя. Прямо вот сейчас дозвонитесь и оформите заказ. 2999 рублей. Даже если мы сравним, например,
с ценой абонемента в спортзал, мы поймем, насколько это выгодно, потому что ваш спортзал у вас дома на всю жизнь для всей вашей семьи. А между прочим, вот знаете, 2999 рублей, еще хочу заметить, что это сегодня цена дня, самое выгодное предложение на сайте. Давайте заглянем в интернет и посмотрим, сколько там стоит тренажер. В два раза дороже. Забирая сегодня наш тренажер за 2999 рублей, вы еще получаете календарь, книгу, инструкцию и подарок, клетчатку от нашего телеканала. Еще консультации получаете, да, в нашей закрытой группе. То есть добавляетесь в группу и получаете бесплатные консультации, да, от меня и всех экспертов. То есть смотрите, вот так вот просто мы двигаемся, это очень легко и просто. Я ноги поднять, например, просто не смогу, потому что мне будет трудно. А вот здесь я натягиваю, как бы руками поднимаю, и у меня уже, ну как бы, тренируются на мои суставы, сосуды, уже кровь прильнула к щечкам. Вообще лишний вес — это действительно вредно. Это давление и на шею, и на сердце, и на легкие, и на живот. Вот скажите, ведь не просто эстетическая сторона вопроса, правильно же ведь, Николай? Да, смотрите, висцеральный жир — это жир, который у нас окутывает все наши органы, он очень опасный, то есть внешне даже вы можете выглядеть нормально, но если у вас есть лишний жир, то он мешает сердцу, это просто огромная нагрузка, сердцу приходится в два раза больше перекачивать крови, а жировые массы, они очень плохо пропускают кровь. Огромная нагрузка на легкие. Сейчас это тоже очень важно, потому что сейчас коронавирус бушует. А на живот, то есть тоже не может быть нормальная перистальтика желудка. А кости, позвоночник, то есть это большая проблема и с давлением. Причина многих смертей — это инсульты, инфаркты, потому что есть лишний вес. А, то есть, по сути, сейчас люди умирают очень часто от лишнего веса из-за того, что есть проблемы с сердцем. Да, и вот смотрите, 1 килограмм — это равняется минус год вашей жизни. А вы сегодня получаете уникальную технологию, запатентованную, которая поможет вам сегодня постройнеть. Понятно, что вот смотрите, вот как мы говорим, вот все, с понедельника я сажусь на диету. Мы что мы делаем? До пятницы ждем, а в пятницу мы срываемся и наедаемся. При этом у нас нет никаких физических упражнений. Мы меньше двигаемся, а едим больше. Это откладывается на боках, на сердце, на внутренних органах. И мы с вами болеем. Мы чувствуем себя хуже, к нам прилипают вирусы, болячки. И, конечно, давление, сердечное, сосудистая система, все происходит в сбой. Но сегодня, посмотрите, вот так просто, легко вы дома, в домашних условиях сами себе организуете спортзал и начинаете свои занятия. Звоните прямо сейчас, делайте первые заказы на телеканале Шопеншоу. У нас есть комплекс для похудения Панацея, антицеллюлитный крем 3 штуки за 999 рублей. Добирайте до бесплатной доставки, начинайте занятия прямо сейчас. Спорт и движение – это жизнь.